Каменске-Уральском к 2016 году появится еще один широкий мост. Сейчас две части города соединяет один узкий проезд. Этого катастрофически не хватает. В часы пик поток автомобилей в оба направления составляет больше 2000 машин в час. Глава городского округа Михаил Астахов представил генеральный план развития Каменска-Уральского губернатора Свердловской области. Планируется в ближайшие 2 года построить новый мост. Сейчас город разделен на две части. 90 тысяч живет по одну сторону Исети, порядка 100 тысяч с другой стороны. План развития города предполагает и строительство нового района Южный. На проект необходимо больше 2 миллиардов рублей. Если мы в сентябре получаем денежные средства, значит, мы начинаем уже сейчас готовить вопрос по объявлению конкурса на строительство моста. Предложение каковы? Значит, мы сейчас хотим объявить это под ключ. Инвестор должен прийти со своими денежными средствами, построить мост, и в течение 7 лет город Каменск-Уральский и Свердловская область будут рассчитываться.